А вы знали, что сегодня день творческих осуществлений? А еще сегодня пятница, так что творите, но не натворите. Сильные новости, рубрика «Короче», меня зовут Леша, поехали. 199 лет на всех. В Гомеле вынесли приговор участникам крупного наркосиндиката. Вначале задержали гомельчанина. У него дома нашли альфа-ПВП и метамфетамин. Позже обыски прошли и у других участников группы. Всего изъяли 14 тысяч разовых доз на сумму 230 тысяч долларов. На скамье подсудимых оказались 14 человек, 3 из них девушки. Все они получили немалые сроки. Вчера в Гомеле собака провалилась в заброшенный колодец глубиной 5 метров. На выручку пришли спасатели. За помощью обратился парень, который рассказал, что в лесу в 5-м микрорайоне собакин провалился в колодец, и самостоятельно хозяева спасти его не могут. На выручку пришли МЧСники. Они прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения подняли песика наверх. В ветеринарной помощи он не нуждался. Более 3000 любителей проскочить на красный наказали в этом году в Гомеле. Такие данные приводит УВД. Сотрудники ГАИ регулярно проводят мероприятия для всех участников дорожного движения, а тех, кому закон не писан, привлекают к ответственности. Для этого сотрудники ГАИ не только дежурят на дорогах, а еще мониторят камеры видеонаблюдения и соцсети.